Приветствую всех на своем канале. В этом видеоролике я хочу познакомить вас с двумя самыми моими любимыми гибридами. Это гибрид Саровский и гибрид Мустафа. Начну я с гибрида Саровский. Это самоопыляемый гибрид, отлично адаптирован к климатическим условиям северо-западного региона. Ультраскороспелые. От сходов до плодоношения у гибрида Саровский 38-42 дня. При этом он с растянутым периодом плодоношения. То есть начинает он плодоносить довольно-таки рано и плодоносит до поздней осени. В пазухе формируется по 3-4, бывает даже до 8 огурчиков. На зависть у него букетная. Не требует формирования куста, так как рост боковых побегов саморегулируется. Гибрид устойчив к основным заболеваниям огурца. Плодики длиной 11-13 см, массой 110-130 грамм. С тонкой кожицей, без горечи, отличных вкусовых качеств. Хорош этот гибрид как в свежем виде, так и в консервированном. Огурчики очень хрустящие получаются при консервировании. И вот этот вот салатный гибрид Мустафа. Его я сажаю уже, наверное, лет 10. Очень он мне нравится. Самый мой любимый из салатных. Ранний гибрид 40-45 дней. Самоопыляемый. Растение сильно рослое. Огурчики абсолютно гладкие, блестящие. Длина огурчиков 18-20 см. Масса где-то 200 грамм примерно. Сочные, нежные, сладкие, совершенно без горечи. Ценность этого гибрида – устойчивость к заболеваниям, стабильная урожайность, отличные вкусовые качества. Можно его, конечно, использовать и для засолки, только его тогда нужно будет порезать. А так, вот этот Мустафа – гибрид отличный просто сорт, гибрид. Попробуйте тоже, надеюсь, что не пожалеете. Желаю всем отличных урожаев, всем до новых встреч!